Всем привет, с вами Ирина. Хочу показать вам вот эту вот орхидеюшку. Это Финлейна Стюартину. Поставщик, ребят, это у нас Курлин. Я у этого поставщика взяла два растения, абсолютно два одинаковых растения, но расцвели они немножечко по-разному. То есть вот эта вот орхидеюшка, она более такая светленькая, тоже очень красивая. Вот эта губа, ребята, просто невероятная. Не знаю, я вам не могу передать вот эту вот всю красоту. Настолько красивая губа, настолько вот эти вот крапушки так интересно. Вот оно прям там, то полосочки, то такие, тут крапиночки такие, ну очень красивое растение. Вторая уже, к сожалению, отцветает, но она, если присмотреться, то мы можем увидеть, что у нас на лепесточках больше этого крапа. То есть одно и то же растение, да, то есть скрещенное абсолютно одинаковое, но когда мы расцвели, мы с вами видим разницу. Одно, вот это растение более имеет крупные цветочки, а вот это более мелкие, более такие они насыщенные крапом, скажем так. Вот, а вот эта орхидеюшка, она не такая насыщенная, у нее крапушек этих меньше, но цветочек чуть-чуть больше. Очень красивые, ребят, растюшечки. Вот это тоже, говорю, губа такая красивая, просто не знаю, как вам ее еще показать. Очень-очень красивая растюшечка. Так что два растения и разное цветение. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.